от камуфляжных красок устал. От лиц небритых и масок устал. Крошить нежилой квартал устал. От ночей колючих устал. От молитв тягучих устал. Спать с гранатой на всякий случай устал. Могилы рыть равнодушно устал. Приклад принимать за подушку устал. Видеть на донце кружки свой звериный оскал. Устал. От неравных схваток устал. От тяжести автомата устал. Быть на войне солдатом устал. От копоти БТРа устал. Приказ принимать на веру устал. Видеть в точке прицела свой звериный оскал. Мама, здравствуй. У меня все нормально. Служба не трудная. Командиры не строгие, кормят здесь хорошо. Ну, немного скучаю по дому, по тебе, по ребятам. Но ты не волнуйся. Говорят, что скоро уже все кончится. И я вернусь. Устал! Могилы рыть равнодушно устал. Приклад принимать за подушку устал. Видеть танцы кружки свой звериный оскал. Устал. От неравных схваток устал. От тяжести автомата устал. Быть на войне солдатом устал. 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 Для того, кто тебя принимает, ты в 70 нужен таким же. 45, а ума ни копейки, ни жены, ни козы, ни злодейки, ни кола, ни двора, ни сада. Денег нет, да и нахрен не надо. Ты всегда был и будешь таким же непонятным и чуточку странным. Просто должен быть
все-таки кто-то быть солдатиком оловянным. Две песни, прозвучавшие сейчас, это песни, посвященные моим друзьям. То есть люди, которых я очень люблю, ценю, они видели войну не только по картинкам или по кино, но и по очереди. Поэтому я был просто потрясен, когда первыми рассказами вот моего друга Игоря Родионова, который здесь сидит в зале афганский, потом Стенокос, ушедший от нас буквально вот 2 года назад, песня была посвящена ему, вторая. А следующая песня посвящена также моему другу Юрию Кристофовичу. Она в какой-то степени нас роднит, потому что он подполковником был, я майором, но, в общем-то, стезя одна и та же, в общем-то. Года мои уносит, а ветер странствий все еще влечет. Я помню время, в котором жил, как не жил, когда я просто мечтал зайти за поворот пыль. Дороги не страшна, пока твоя рука сжимает мою руку. Наш дорожный саквояж вмещает весь багаж, и встречи, и разлуку, дом и сад. Эрмитаж. Как книг страницы, друзей забытых лица, и стоит память в суматохе дней, осенней ночью мне что-то плохо спится, и ветер странствий куда-то все сильней. Пыль дороги не страшна, пока твоя рука сжимает мою руку. Наш дорожный саквояж вмещает весь багаж, и встречи, и разлуки, дом и сад, и Эрмитаж. Дождями осень года мои уносит, меняет облик, сжимает друг друзей, а ветер странствий покоя не выносит, и рвется бурный поток корабль судьбы моей. Пыль дороги не страшна, пока твоя рука сжимает мою руку. Наш дорожный саквояж вмещает весь багаж, встречи, и разлуку, дом и сад, и Эрмитаж. Дом, сад, Эрмитаж. В этом зале сидит Степан Николаевич Мельников. Это отец моего Николай Степанович Мельников, отец моего
ну, скажем, не хорошего друга, но, по крайней мере, хорошего приятеля и замечательного человека Сергея Мельникова, героя России, летчика-испытателя, ушедшего от нас 2 года назад. Мы с ним довольно тесно общались и даже, можно сказать, дружили, катаясь на горных лыжах, поэтому сейчас я просто в память о нем. Не хочется петь грустных песен, а вспомню просто веселую историю, когда Серега на параплане не рассчитал свой знаменитый полет, а сел на крышу автобуса. И, естественно, об этом уже ходят легенды по всему Баксанскому ущелью. Серегой Мельником идем по козыречкам. И он до точки, блин, и я до точки. Равняем мордами крутые бугорочки. В Москве культурненько вот так не отдохнешь. То взлет, то посадка, то мир, то чигер. Старушка-канатка, и жен рядом нет. Идешь молчаливо с Серегой в буфет, уходишь счастливо, приходишь — привет. Идет на взлет на параплане друг Серега, народ глазеет, блин, но как на Бога. Ему доступна здесь любая недотрога, ведь параплан кому попало не дают. Автобус новенький стоял, как на параде. Серега сверху, Серега сзади. Теперь в Саратове, Москве и Петрограде за крышу смятую лишь баксами берут. То взлет, то посадка, то мир, то чигет. Старушка-канатка, жен рядом нет, идешь молчаливо с Серегой в буфет, уходишь счастливо, приходишь — привет. 3 дня искали заикастого шофера, 3 дня искали мы Серегу, а он в буфете обретался понемногу. В буфете не было посадочных огней. То взлет, то посадка, то мир, то чигет. Старушка-канатка, и жен рядом нет. Идешь молчаливо с Серегой в буфет, уходишь счастливо, приходишь — привет. И вот Серега мне подсказал идею. Он сказал, говорит: Валера, а почему у летчиков прошлого века, скажем, были песни свои, там, это, потому что мы пилоты, там, «Небо наш родимый дом», «Девочки потом», все такое прочее, а у нас такой песни нет. Но я что-то посидел, подумал, вспомнил про свой возраст, когда говорят, я сейчас цитирую Губермана: «Зря девки не глядят на стариков и ласками не спешат нас ублажать. Мальчишка переспал и был таков, а старенький не сможет убежать». Да? Вот. Я тут прикинул, думаю, ну а что старенький-то, время еще, вот как бы возраст еще не тот. Поэтому написал песню. Хотел бы, чтобы ее вот Коля Ясников подпел мне. Коля, выйди, пожалуйста, на сцену. Она как раз про нас, про наш возраст. И если Антон сейчас включит фонограмму, то мы споем ее. Или можно без фонограммы, если хочешь. Но он уже включил. Он и включил, ладно. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом!
Мама, мама!